Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 29 лет. Рост 167 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 побед и только одно поражение. Его стиль ММА. Дамы и господа, из Москвы Фотон Азамат Пшуков. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 24 года. Рост 167 сантиметров, вес 56,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 11 побед. Только одно поражение его стиля ММА. Дамы и господа, из красного приветствуйте Имран Бокуев. Рефери поединка Максим Протасов. Азамат Пшуков и Имран Букуев. Совсем незначительный размах рук. Вернее, разница в размахе рук у них. Готов, готов. И все. Бой, первый раунд. Начинаем. Имран очень долго, очень тщательно готовился к этому поединку. Понятно, что наверняка он набрал хорошие физические кондиции, хорошо готов. Насколько готов Азамат Пшуков, мы уже будем смотреть по ходу поединка. Потому что, повторюсь, вышел на коротком уведомлении. Ну, наверняка, если бы не тренировался, если бы не находился в определенном там, хорошей форме. Да, хорошей форме, он вряд ли бы согласился. Здорово! Хороший правый кросс от Имрана. У Имрана достаточно тяжелый удар, который он продемонстрировал ровно год назад. Здесь, в Грозном, намертво практически он вырубил своего соперника, тогда бразильца. Пошли в размен, парни. Очень легкий на ногах Букуев. Постоянно смещается. Не стоит перед Азаматом Шуковым, а тот больше пока выцеливает. Как раз с левой руки, начиная атаку, здесь очень неплохо. Под ближнюю и чуть-чуть. Сейчас также не улетел в нокаут Азамат. Просит. Хорошая двойка от Имрана Букуева прошла. Пока что перебивает стойки Имрана, да, своего соперника однозначно. Просит из угла Пшукова работать комбинационно. Несколько ударов действительно не хватает. Поджимает сейчас Пшуков Букуева. Тот попадает. Есть попадание. Видно по лицу Имрана Букуева. Пытается перевести его Азамата. Зеркально то же самое делает Букуев. И едва-едва не удается стащить. Все-таки подхватывает шею сейчас Азамат Пшуков. И попытка зайти за спину от Пшукова. Колено на выходе не попадает. Он, но тут же справа здорово зацепил еще левый удар. Прямо подбородок, апперкот. Очередная попытка перевода от Пшукова. Отлично активизировался Азамат. Пытался сейчас очень амплитудно перевести колено, втыкает. Завязывает Имран. Очевидно, что не самые лучшие времена сейчас в этом бою он переживает. Нужно восстановиться. Еще одно хорошее колено от Пшукова. Попытка удушающего приема. Здесь тяжело, наверное, будет. А вот здесь очень плотный захват. Еще и ногами закрывает. Блокирует одну из ног Имрана Букуева Азамат Пшуков. Не сдается пока Имран. Внимательно следит за всем. Рефери пытается вытащить голову Имран Букуев, стащить локоть. И вытаскивает. Вот это да. Конечно, срывает он сейчас аплодисменты от зрителей. И тут же начинает вбивать удары. Два дошли до цели, до головы. Еще третий добавляет Имран Букуев. Да, очень активно. Снизу как здорово попал сейчас Азамат Пшуков. И локти уже включает Имран Букуев. Очень тяжелый. Корпус. Несколько ударов. Теперь уже в голову. Очень хорошо добивает Имран Букуев. Еще локоть слева. Очень тяжелый удар. Шуков, видно, что в попытке вот провести этот удушающий прием много сил потратил. Здорово, выворачивается все-таки из этого положения Азамат Шуков, оказывается сверху. И теперь уже он заходит за спину. Но срывается, да, срывается удушающий, потому что не были ноги, наверное, заправлены, поспешил. Азамат, наверное, на таком уровне вряд ли такие приемы будут проходить. Обмениваются такими неприятными тычками в лицо сейчас и тот, и другой спортсмен. Сзади немного находится Имран Букуев. Пытается пройти в сингл-лег.
кричат из угла. Я думаю, вы слышите, чтобы поставил ногу Азамат Пшуков. Еще один. Попытка, да, подсечь соперника. Через бедро бросит от Имрана Букуева. Неудачно, но левый сразу в голову добавил он. Неплохо защищается Пшуков. Есть, по-моему, у него следы крови на лице. Сейчас пока не совсем понятно, есть ли рассечение. Очень много борьбы, очень много защиты от переводов. Опять же, отметим, что это очень энергозатратная история. Локти здесь пытается вставить Шуков. Букуев здорово. Отлично перевел. Оказывается, сверху таким образом лишил равновесия Замата Шукова за 25 секунд, наверное, до завершения первого раунда. Здесь под треугольника здорово справа и хорошо попал Букуев. Очень интересные выходы, да, мы видим, что Азамат Пшуков достаточно хорошо обучен в аспекте грэплинга, но не удается до конца довести. Достаточно разнообразно действует, и тут и с рук удушающий, да, какие-то там, и треугольники пытается набросить. Но это наилегчайший вес, спортсмены вряд ли так быстро устанут, как их коллеги, чуть потяжелее. В целом, если оценивать все, что мы сейчас увидели, это очень вариативно, это очень разнообразно, это очень интересно. И самое главное, драматично. То есть не совсем нет какого-то ярко выраженного лидера. Постоянно на встречных курсах идут атаки то одного, то от другого. Увидели мы практически мертвый захват от Азамата Пшукова. Букуев перетерпел. И теперь после этого эпизода он активно включился и очень несколько тяжелых ударов нанес. Что ж, любопытно. Вот сейчас как раз мы смотрим мгновение. Вот здесь с правой было тяжелое попадание от Пшукова. О, да, и с правой здесь, да, прям достал. Классно, действительно, очень тяжелый удар. Наверное, в тяжелом весе это было бы фатально. Да. Но, однако, и тот, и другой выглядят достаточно бодро. А мы готовы продолжать второй раунд прямо сейчас. Ну что ж, после такого первого раунда нам хочется видеть продолжение, как говорится, продолжение банкета. Да, этого праздника. В первую очередь, бойцовского праздника. Здорово, очень быстро работают, постоянно раздергивая друг друга. Джеб подключает Имран Букуев. Хорошая попытка. Лоу-кика, вертушка тут же навстречу. Еще одна вертушка. Наверное, сейчас Лечи Курбанов, который здесь в зале находится, вспомнил сразу же свою молодость. Как он бил, наверное, лучше него в мире. Никто это не делал. Ну, по крайней мере, в тот период, когда он выступал. Здорово на встрече сейчас Букуев попадает сразу же с правой руки. Вновь подсекает вроде бы ближнюю ногу, но тут же натыкается на встречный. Опять обмен джебами. Ну, здесь очень хорошо действует Азамат Пшуков. У него неплохой апперкот был. Попытка перевода от Имрана Букуева. Тут же сам накрывается Имран. Здорово, здорово. Контрит Пшуков. Великолепно работает корпусом. Цепляет ногой под дзюдоистки. И здесь очень много борьбы опять за позицию. За то, чтобы получить более удобный захват. И от того, и от другого прижатым оказывается к сетке Азамат Пшуков. Борьба идет за левую руку. Здесь обоюдно бьют друг друга в лицо с короткой дистанции. На самом деле, потенциально лучший бой вечера. По крайней мере, то, что мы сегодня видим, это просто шикарно. В этом поединке имеется в виду. И чего не хватает? Наверное, не хватает как-то громко ховаться от зрителей, чтобы как-то активнее хотел, чтобы они поддерживали спортсменов. Потому что по-настоящему следствие происходит. Очень крутое действие. Здорово, какой свип делает Азамат Пшуков после очень хорошего действия. Здесь подключает локти. Браво, просто огромное удовольствие испытываем мы сейчас с Адамом, глядя вот на такую эффективную и очень эффектную работу. Вновь сверху Азамат Пшуков. Букуев пытается встать, пропускает два тяжелых удара. Так, изнутри заходит в боковой контроль Азамат. И сзади, да, сейчас спину забирает. Азамат очень хорошо подходит в борьбе. Заправленные. И попытка. Но сейчас ноги, конечно же, нужно заправлять. Ему подсказывают. Плотный, очень плотный захват на удушающий прием. И стучит. Все. Это сдача. Букуев, и шикарная победа Азамата Пшукова, который вышел на коротком уведомлении и одерживает очень
классную, яркую победу. Очень крутое противостояние. По-настоящему наикрутейший бой мы наблюдали. Да, венцом которого стало вот такое досрочное завершение. Терпел до последнего Имран Букуев. И, в общем, грубо говоря, со второй попытки все-таки Азамат Пшуков добрался до шеи своего оппонента и очень здорово завершил это противостояние. Браво, пока турнир удается. Очень яркий на эмоции, очень яркий на тактические и технические действия. Здорово, приятно посмотреть. А тем временем Александр Загорский уже в восьмиугольнике, а это значит, что мы ждем подведения итогов боя. Ну и коллегу Брайана Лесли, который туда же направился. Дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 18 секунд второго раунда. Удушающим приемом победу одержал Азамат Пшуков! Москва! И аплодисменты его сопернику Имрану Букуеву. Браво, Азамат! Великолепная победа. Общее фото, пожалуйста. Имран Букуев показал себя как стойкий парень, очень хороший спортсмен, но ММА дело такое, сегодня один, завтра другой, в общем-то, как говорят сами спортсмены. Памятное фото, и я думаю, что несколько слов сейчас Брайан Лейси. A fantastic performance, again, very tough competition, and on just 1 week's notice. Sum up how this feels. Очень убедительная победа, фантастическая победа, очень яркое выступление. Что ты скажешь по итогу этого боя? Ассаламу алейкум, Грозный! Всех братьев люблю, обнимаю. На самом деле, я очень долго шел к этому. Я очень долго добирался до этой лиги. Альхамдулилля, что я выиграл. Спасибо своему сопернику. Имран, спасибо, брат. Баркала. It was very long way for me because I'm very hard preparing for this fight. You know, I want to thank you for my opponent, you know. And I think everything will be okay. And thank you everyone who came to support me. This is a big victory over a top contender in the flyweight division. You've just put yourself on the map in this league. Who would you like to fight next? Сичуэй сегодня показал ты топовое выступление. Как ты думаешь, что будет твоим следующим соперником? Я, даже когда мне сейчас предложили за неделю до боя, я не спрашивал с кем. Я сказал, дайте мне дату. Пожалуйста, я весь сделаю, я готов. И спасибо большое Асланбеку Бадаеву за то, что он мне предоставил такую возможность. Если он наберет меня, скажет, ты выйдешь, я скажу, проблем нету, давай. Когда он скажет, с тем выйду. You know, this fight was before 1 week. They call me, you know, I'm preparing for 1 week. It was any time, if we will come back, call me, I will prepare, no problem. Fantastic. Congratulations once more. Grozny, one more. С днем города вас и поздравляю с днем рождения. Азамат Пшуков! Очень ярко ворвался в лигу Азамат Пшуков. Это потенциальная поездка для него. Да, сейчас вопрос, что мы увидели в отношении.